Я вас всех приветствую. Сегодня вы узнаете, как абсолютно без вложений в интернете можно заработать неплохие деньги. Так что оставайтесь на канале, досмотрите это видео. Видео будет не длинным, и я надеюсь, что оно будет полезным и познавательным для вас. Поехали. Смотрите, друзья, на сегодняшний день биткоин у нас стоит 3971 доллар. Год назад он стоил почти 20 тысяч. Почему я коснулся биткоина? Потому что мое мнение личное, биткоин — это будущее. И все сводится к криптовалюте. То есть каждый день выходят положительные новости насчет блокчейна, насчет криптовалют, криптовалют тех, у которых есть свои продукты и тому подобное. И к чему это все ведет? Ведет к тому, что мир переходит на криптовалюты. То есть будущее за ними. Почему такой заголовок у меня на заставке видео «Копите халявный биткоин»? Потому что вдумайтесь в эти слова, что, к примеру, одна сатоши будет стоить 1 доллар, да? 1 доллар, одна сатоши. Вот как пример возьмите, да? Вы не поверите, сколько у вас денег будет на тот момент, когда придет такое время. Ну, пускай не одна сатоши будет стоить 1 доллар. Пускай там будет 100 сатоши стоить, 1000 сатоши. Ну, вы поверите. Если вы еще при том будете собирать каждый день этот халявный биткоин, и когда придет время, когда он пойдет в гору, а он пойдет в гору, то есть цена его будет расти постепенно, но будет расти, у вас появится нормальное финансовое положение. То есть вы начнете жить не существовать, а жить. В буквальном смысле слова. То есть у вас будет денег хватать на все. Ладненько, давайте перейдем к тому. Я вам покажу пару сайтиков, на которых лично сам я собираю эти сатошики, да? И просто их откладываю, коплю. Пускай они копятся, как говорится, кушать не просят, да? А я свои свободные средства даже не вкладываю в биткоин. У меня есть активы по биткоину, по криптовалютам, в которые я свободные средства вкладываю. А здесь я просто, пользуясь случаем, коплю халявные монетки. Да? Смотрите, есть такой один сайт FreeBitcoin. Он уже долгое время работает на просторах интернета. И это и зарубежный сайт. Он исправно платит, исправно начисляет. И даже есть такая у них функция, что у них, если вы храните эти монетки у них на сайте, да, вот здесь, то они приносят определенный процент каждодневный от этой суммы. Там не очень большой процент, но все-таки плюс, а не минус, да. Регистрация на этом сайте очень простая. Ссылочка будет под видео в описании. Переходите, регистрируйтесь и каждый час здесь есть, появляется кнопочка Roll. Да? Когда вы нажимаете на нее, как раз пришло время. Вот давайте нажмем Roll. Да, выпадает определенная комбинация чисел. Вот такая. И по этим вот, какие номера выпали, столько вы получаете. На данный момент я получил 250 сатошиков. И они плюсуются сюда. Каждый час, вот, обратный отсчет идет. Каждый час вы можете нажимать Roll и таким методом получать халявный биткоин. Все очень просто. Я, кстати, установил к себе на телефон приложение. И вот в телефончике у меня каждый час просто захожу, нажимаю Roll, чтобы, как говорится, не заходить на сайт во время, ну, в компьютере. Здесь есть игра мультипли BTC, да, то есть вы можете их приумножать. То есть мануал, тут выставляется настроечка, здесь автобит.
Но я не пользуюсь этим, потому что, скорее всего, вы сольете эти деньги. Потом есть вот вкладочка IRN, да, вот видите, 4,08% это годовых. Вот от этой суммы, вот, например, у меня копится каждый день по столько-то сатошиков. Здесь есть тоже лотерея, можно выиграть, каждую неделю проходит лотерея. 21 минута осталось, у меня сейчас билетов нету. Потом есть реверс, тоже пункты. Ну, словом, короче, пробежитесь, посмотрите, что как к чему. И в профиле, кстати, вы можете внести депозит, а также вывести. Нажимаете на withdraw, есть автовывод. Тут, если что, не понимаете, включите переводчик. И на русский язык вам все переведет. Instant, yes, slow. Вобьете свой кошелек, сохраните и уже решите или авто выводить накопленные монетки, или просто же копить на этом сайте. Повторюсь, платит он безупречно уже который год. Вторым методом моим есть такая вещь, как CryptoTab браузер. Это отдельный браузер, который вы можете скачать себе на компьютер. Я его скачал. И включить, и он вам будет генерировать монетки. Это как браузерный майнинг. Здесь нажимаете загрузить, загружается, устанавливается на компьютер. Заходите вот в этот браузер. Я сейчас выключил майнинг, потому что он чуть-чуть грузит. Компьютер вот доведу до половинки, он начал работать. Потихоньку, потихоньку он себе майнит. Кстати, очень удобный браузер. Можно им пользоваться так же, как и Chrome и тому подобное. Здесь нажимаете, заходите или через свои соцсети можете зайти. Вот здесь нажмете, да, вот, например, логин, настройки. И вам покажется, какой. Через Google можно зайти через ВКонтакте, через Twitter, через Facebook. Есть партнерская программа также. Ссылочка вот здесь. Копируете, раздаете своим друзьям, раскидываете по соцсетям, приглашаете, и вам какой-то процент капает с этого. Очень простой метод, да? Вот, например, если я работаю на компьютере, я ставлю на половинку, он не грузит, да? Если я ухожу, я ставлю макс, и он пошел работать по полной. Сейчас поставим на серединку. Вот такие пироги, друзья. Так что пользуйтесь случаем. Все равно, как говорится, вам ничего вкладывать не надо. А, как говорится, живите позитивом, думайте позитивно, потому что, да и так, все новости идут к тому, что биткоин будет стоить приличные деньги. Копите халявный биткоин, если есть такой случай. Такая, не то что случай, а как бы, ну, это просто удобно, с одной стороны, и вам на халяву раздают монетки, да. Когда-то биткоин стоил вообще центы. Ну, если бы я знал бы его, там, закупил бы на пару тысяч долларов, сейчас бы был бы в шоколаде, так сказать, да, миллионер. Но если бы мы знали бы все, мы бы делали бы все заранее, да. А так, пользуясь случаем, я хочу поделиться с вами вот такими двумя способами. Кстати, есть разные экраны, но там такая заморочка, надо ходить каждый там час, то ли минуту, собирать это. А тут ничего не надо, вот часик прошел, на телефон если установили, зашли, кнопочку нажали, ROW, и монетки капнули. Кстати, это считается кран самый такой из жирных. Free Bitcoin. Тут тоже есть партнерская программа. Я даже не знаю. А вот здесь, да, рефер. Вот, ссылочку возьмете. И тоже раздавайте друзьям, делитесь. И тоже какие-то проценты. Я даже не буду вникать, сколько здесь платят. Но как бы и вам плюс. И поделитесь такой новостью с друзьями. Они тоже будут собирать халявные биткоины. А вот придет такое время, что мы все станем финансово независимыми. Так что
Если видео вам было интересно и полезным, что-то новенькое я вам рассказал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Кстати, на комментарии я стараюсь отвечать на все. На своем канале я не часто выкладываю видео, но стараюсь записывать такие видео, которые, как говорится, не скамные проекты и там тому подобное, а толковые вещи, которые приносят пользу людям каждодневно. И, как говорится, все, что в плюс, в карман, вот такое я хочу выкладывать на своем канале, да. На этом я буду заканчивать свое видео. Еще раз повторюсь, если вам было интересно, оно полезно, поделитесь в соцсетях, подпишитесь на канал, посоветуйте другим своим друзьям, близким мой канал. Я постараюсь, как говорится, контентом удивить всех. Буду заканчивать уже это видео, потому что оно затянется на долгое время. А насколько я знаю, люди не очень любят долгие видео. Так что желаю всем крепкого здоровья, достатка вам во всем, благополучия и успехов. С вами был Владимир. До новых встреч. Всем пока.